Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято по итогам встречи наших футболистов с владимирским клубом «Торпедо». Решение о денежном взыскании было вынесено за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Владимирцам также выписан штраф, однако сумма в два раза больше. 20 тысяч рублей владимирские «Торпедо» заплатят за, цитата, «неправомерные действия зрителей». В самом начале матча они вели себя крайне агрессивно, выкрикивая нецензурные слова, а затем и вовсе подожгли фанатский шарф «Текстильщика». Однако этим наказанием контрольно-дисциплинарный комитет не ограничился и оштрафовал на 3000 рублей главного тренера «Текстильщика» Дмитрия Парфенова за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. За ту же провинность пострадал и старший тренер ивановской команды Вадим Евсеев. Для него сумма взыскания составит 1000 рублей, так как это первый случай в первенстве.